Здравствуйте! Меня зовут Марина, и сегодня я вам расскажу, как правильно выбирать новогодний подарок в этом году. 2013 год по восточному календарю – это год змеи, и вы не будете банальным, если в этом году предпочтете в качестве новогоднего подарка ее изображение. В этом году идеальным подарком под новогоднюю елку будет предмет черного или коричневого цвета. Поскольку змея ценит внимательных, осмотрительных и целеустремленных людей, известные астрологи советуют дарить в качестве новогодних подарков органайзер, ежедневник. Ну, в общем, то, что может быть полезным человеку круглый год. Сюда может относиться также портфель, какого-то плана ручка и многое другое. Я напоминаю, что до Нового года осталось совсем мало времени. Поспешите за подарками своим близким и родным. С наступающим!